Подходит к концу учебный год, не за горами долгожданные летние каникулы. И если юные угличане уже планируют свое свободное от учебы время, то для взрослых организация летнего отдыха детей – задача нелегкая и ответственная, и готовиться к ней необходимо заранее. У нас уже традиционно летняя оздоровительная кампания проходит довольно-таки организованно, и в этом году для ребят будут организованы пришкольные лагеря, причем количество пришкольных лагерей ежегодно не уменьшается, а увеличивается. В прошлом году отдохнуло в пришкольных лагерях 2700 детей. В этом году планируется организовать отдых для 2864 ребят. В прошлом году нашли довольно оригинальное решение для отдыха ребят, которые выпускаются из дошкольных учреждений. И вот в этом нашем начинании нас поддержал Фонд социального страхования Ярославской области. Во всех практически детских садах были организованы пришкольные лагеря для ребят, которые выпущены из садика в возрасте от 6 до 7 лет, что явилось, конечно, важным организационным моментом и для родителей, потому что есть проблема для каждого родителя, куда деть ребенка летом, когда в мае прошли выпускные вечера в детских садиках. И вот здесь-то как раз ребенок и накормлен, и, будем говорить, организован, и родители, уходя на работу, всегда будут спокойны. В этом году также все дошкольные учреждения будут работать на протяжении 2-3 смен. Питание в пришкольных лагерях, а также в детских садах финансируется Фондом социального страхования из расчета 45 рублей в день. Родительская плата составляет 20% от стоимости путевки. Эти средства направлены на культурно-массовую работу. Для категории многодетных, малообеспеченных, опекаемых детей путевки бесплатные. Традиционно у нас будет работать загородный лагерь «Юность». Мы планируем, что в «Юности» смогут отдохнуть ребята практически всех желающих родителей, потому что у нас только вторая смена бывает как бы на конкурсной основе и с большим спросом. Первая, третья смена предоставляется путевки всем желаемым. Стоимость путевки в этом году определена постановлением губернатора Ярославской области и составлять будет 6300. Причем для организаций и предприятий будут выделены средства из фонда социального страхования 50% от этой стоимости и через профсоюзы это средства администрации Ярославской области. Для родителей тоже стоимость определена уже, это 5% от стоимости путевки не дороже. И для частных лиц мы имеем право продавать путевки на коммерческой основе. Это будет составлять порядка 8 тысяч рублей. Мне бы хотелось, конечно, пользуясь случаем, выразить признательность администрации нашего района, главе Элеоноре Михайловне, за выделенные средства в этом году на подготовку детского оздоровительного лагеря «Юность». Это 400 тысяч рублей, которые, естественно, позволят нам привести лагерь в надлежащий вид. И потому что основные мероприятия по безопасному нахождению ребят в лагере были проведены на протяжении последних 3 лет. У нас там буквально сделано все, что нужно в плане пожарной безопасности. Для ребят планируется организовать выездные лагеря. Это традиционно лагерь на базе Заозерской школы совместно с Управлением труда и социальной защиты, который мы называем «Школой жизни», потому что ребята там не только отдыхают, они работают и в лесничестве, и в хозяйстве села Заозерье, и, естественно, получают наряду с хорошим питанием еще и интересным отдыхом заработную плату. И вот подростки с таким удовольствием всегда идут навстречу и предложению отдохнуть в загородном лагере такого типа, что мы просто вот сейчас продумываем уже, может быть, еще где-то в другой школе можно будет использовать данную ситуацию.
Второй год подряд юные угличане участвуют в экспедиции под княжеским стягом. В этом году в поход, посвященный 400-летию победы Скопина-Шуйского под Александровым, планируется отправиться в августе. Конечно, будут мероприятия по экскурсиям, по организации экскурсий и выездные мероприятия. Это для старшеклассников традиционный губернаторский бал. Ну и те мероприятия, которые у нас пройдут в рамках празднования и Дня города, и тех летних наших оздоровительных мероприятий, которые тоже будут и в школах, и в лагерях. На финансирование летней оздоровительной кампании из федерального бюджета выделено 650 тысяч рублей. По постановлению губернатора Ярославской области на программу трудоустройства через департамент молодежи и на организацию дневных лагерей на базе социально-реабилитационного центра «Радуга», а также на обеспечение путевками детей, оставшихся без родителей, выделено 940 тысяч рублей. Я думаю, что каждый родитель и каждый ребенок сейчас еще имеет время и возможность для выбора и организации досуга. Могут старшеклассники, ребята 14 лет и старше, обратиться в социальное агентство молодежи и в службу занятости, потому что всем желающим будет предоставлена возможность трудоустройства. И каждый подросток может заработать не только, допустим, себе вкусно покушать, но еще и купить какие-то интересные вещи или реализовать свои увлечения. Конечно, мне хочется пожелать всем нашим школьникам прежде всего успешно сейчас завершить учебный год. Конечно, достойно подойти выпускникам к экзаменам, ну а родителям пожелать того, чтобы все надежды в детей оправдались, чтобы все они были здоровы и чтобы вот предстоящее лето принесло как можно меньше проблем и взрослым, и детям.